энергетические центры. Перед тем, как мы начнем путешествие, вспомним три фундамента. Первый – осанка. Ровный ли у меня позвоночник? Я могу опираться или просто сидеть ровно. Второй фундамент – расслабление. Насколько мое тело сейчас расслаблено? И чтобы максимально расслабиться, я обращаю свое внимание на две точки. Внизу позвоночника – тазобедренная часть. В районе промежности расслабила. И вверху, в районе третьего глаза. И тогда расслабляются вверх и низ, и центр. Третий фундамент – состояние любви, принятия. Если это сложно сейчас, то можно представить объект, человека, место, которое вызывали это состояние, и отпустить их, оставив лишь то, что есть сейчас. И мы отправляемся в путешествие в энергетические центры. В самом низу происходит давление, рождается корневой центр. Откуда идет это давление? Я ощущаю его внутри или снаружи? Я в беспокойстве. Я хочу куда-то двигаться. Я спешу. Или я расслаблен? Что толкает меня? Какова моя скорость? Наслаждаюсь ли я процессом? Или хочу побыстрее двинуться дальше? Какова природа этого давления? Могу ли я ощутить его? Сверху я ощущаю ментальное давление. Какова его природа? Оно рождается внутри? Или я вбираю его снаружи? И проживаю сомнения, замешательство, задавая слишком много вопросов. Или я просто могу давать мыслям быть и наблюдать за ними, не задаваясь вопросами, которые не имеют ко мне никакого отношения. Могу ли я пропускать ментальное давление через себя?
Я осознаю, что я нахожусь в физическом теле. У этого тела есть своя опора, своя мудрость. Мое тело — это мой храм. Знаю ли я, как следить за этим храмом? Чувствую ли я его импульсы? Ощущаю ли я его состояние? Комфортно ли мне находиться в этом теле? Слышу ли я интуицию? Действую ли я согласно своим инстинктам? Держусь ли я за то, что уже давно не служит той цели, которой оно служило раньше? Моя ментальная осознанность. Идеи, мнения, концепции, теории. Что из этого всего мое? А что не мое? Что приходит ко мне снаружи, а что рождается внутри? Осознаю ли я источник моих мыслей? А это уверенность в том, что моя правда, она такая. Верю ли я в это? Убеждаю ли я себя в том, что это правда? Или нет? Пытаюсь ли я убеждать себя и других в том, что именно в этом моя правда? Или я могу наблюдать, как эта правда меняется? Изо дня в день, из года в год. Место к месту. Мои эмоции. Этот бушующий мир. Что рождается во мне? А что приходит снаружи? Как эмоции переливаются всеми красками
момента к моменту, от человека к человеку. Осознаю ли я свои эмоции здесь и сейчас? Ощущаю ли я эмоции как химию своего тела? Знаю ли я свою эмоциональную правду? Вижу ли я ее как процесс? Как она расширяется со временем, получая все более глубокую перспективу? Или она движется резко от момента к моменту? Могу ли я выразить свою правду? Не опасаясь реакции извне. Честна ли я сама с собой? Честен ли я с миром? Принимаю ли я эту химию такой, какая она есть? Выражаю ли я эту химию такой, какая она есть? Ощущаю ли я свои эмоции такими, как они есть? Ощущаю ли я в себе эмоций других? Осознаю ли я сердце? Ценность. Моя ценность в этом мире материи. Моя сила воли или ее отсутствие. Принимаю ли я себя в той природе, которая истинно моя? Живу ли я свою жизнь? Не пытаясь доказывать ценность. Ни себе, ни другим. В
не давая обещания. Или наоборот, проявлять свою ценность. И точно знать, когда моя энергия движется туда, где обещание обязательно будет проявлено и принесет удовлетворение и успех, а может быть даже удивит всех вокруг. Энергия. Энергия жизни рождается в сакральном центре. Энергия, которая всегда готова проявить себя, реализовать, куда она направляет меня. Следую ли я за этой энергией? Или я заставляю эту энергию следовать за умом? Слышу ли я ее звук? Имею ли я чувство меры? Знаю ли я, когда остановиться? А когда действовать, проявляя эту мощь самой природы? Джи, направление, любовь, кто я, кем я являюсь, куда я иду. Я иду к любви. Всегда. Я не знаю, что это. Я не знаю, как это. Но я знаю, что я всегда иду туда. Где я нахожу эту любовь? Она внутри меня? Или она снаружи? Как я знаю свое направление?
как я не знаю свое направление. Оно приходит ко мне из окружения, из того, что я встречаю на пути жизни. Или мой внутренний компас указывает мне путь. Путь туда, где я есть. Давление, которое проживается телом, скорости, задачи, мысли, интуитивные импульсы, эмоциональные волны, идеи, мнения, энергии, силы, ценности, направления. Все это выражается через портал. Горло. Как я выражаю всю бесконечность меня. Я выражаю себя, когда невозможно не выражать себя. Или для того, чтобы просто привлечь внимание. Могу ли я промолчать и не делать, если можно промолчать и не делать? Могу ли я выразить себя так, как я? Я. Я.